Так и было, проклятый Саддам, он был похоронен в своей комнате сначала, когда он умер. Потом, через сколько лет, умер Абу-Бакр. Умер Абу-Бакр, рады Аллаху Таля. В каком году умер Абу-Бакр? Проклятый Саддам в каком году хиджры умер? В 11 году хиджры, альхамдулиллях, в чем проблема? Хорошо. Абу-Бакр в каком году умер? В 13 году, альхамдулиллях. В 13, знаете. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, умер в 11 году хиджры, был погребен в комнате Аиши, рады Аллаху Таля. Потом, когда умер Абу-Бакр, его тоже похоронили возле пророка, алейхиссалату вассалям, за пророком, алейхиссалату вассалям, за спиной пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То есть, ближе всего к кибле, могила пророка, алейхиссалату вассалям, потом сзади уже, сзади и чуть-чуть ближе уже туда, к востоку. Да, это могила Абу-Бакра, рады Аллаху Таля. Почему он там был похоронен? Из-за того, что он был ближайшим сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, лучшим человеком в это уме, оказанием почтения таким образом, особое положение у него было перед пророком, алейхиссалату вассалям. Человек, который постоянно при жизни был с пророком, алейхиссалату вассалям, все время с пророком, алейхиссалату вассалям. Поэтому и был похоронен возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом, когда умер Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху Таалан, Аиша, рады Аллаху Таалан, она хотела, чтобы она была погребена там. Возле своего мужа, и возле, саллаллаху алейхи вассалям, и возле своего отца. Но Умар, умирая, он отправил людей попросить Аишу, рады Аллаху Таалан, уступить ему это место. Он хотел, очень сильно любя пророка, алейхиссалату вассалям, и любя Абу Бакра, хотел быть похоронен возле них. И он попросил разрешения у Аиши, и Аиша разрешила. То есть она вот так вот уступила. Она отдала Умару ибн аль-Хаттабу вот такое предпочтение перед собой. И он был похоронен уже за Абу Бакром ас-Сиддиком, тоже в этой же комнате. То есть там есть три могилы. Это могила пророка, алейхиссалату вассалям, та, которая ближе всего к кибле. Потом идет могила Абу Бакра, потом идет могила Умара, рады Аллаху анхума, в комнате Аиши, рады Аллаху таляна. Сама Аиша, рады Аллаху таляна, она когда умерла, она была похоронена на кладбище Аль-Бакия вместе со сподвижниками. Аиша, рады Аллаху таляна, в каком году умерла? Да, 58 год. Автор говорит, что нужно верить в это. Нужно верить в это, что Абу-Бакр и Умар похоронены вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в комнате Аиши, рады Аллаху таляна.